Добрый день, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас 22 февраля, предпраздничный день. Профессиональный праздник завтра у моего мужа. Соответственно, покупки. А это я вам хотела показать. Я в субботу купила вот такой вот гиацинт в магните. Я называю, как это, спасение рядового. Мне так жалко их. Ну вот, вот было вообще не видно вот этот цветочек. Сейчас он какой уже. Красота весенняя. 89 рублей все удовольствие. Так, ну ладно, я отвлекаюсь. Значит, немножечко продуктов уже купила, сходила. Вот он списочек. Сейчас вытащу, покажу. Чек у меня вот такой. Это все куплено в одном магазине Dixie на 2 332. И вот, собственно, покупочки. Овощи, свежие помидорки, баклажаны, зелень, салат. Дальше колбаса вареная, творожный сыр такой, зелень, творожный сыр, господи, обычный. Майонез, селедка. Это сыр творожный, но он для выпечки. Вот видите, даже написано, для кулинарных шедевров. Вот будем шедеврить. Буду шедеврить. 4 десятка яиц, масло растительное, огурцы, лук и фарш. Значит, домашний одна и две пачки говяжьего. Все. Это начало сегодняшних покупок. Так, сходили мы еще с мужем в 3 магазина. Сейчас покажу, что купили. Это уже все, последняя закупка. Больше я никуда не пойду. Оголодавшая животинка Сюня, что ты творишь? Куда ты? Это морковка, Сюся. Ты будешь кушать морковку? Сейчас, Сюнечка, мама тебя покормит. Значит, в Пятерочке купили горошек, 2 банки, кукуруза. Значит, корм кошачью радость. Такую вот. Так. Дальше сыр 2 пачки. 2 пачки крабовых палочек. Масло на выпечку. 2 какао. Багет. Шоколад мне нужно тоже на выпечку. Такая большая плитка. Горький шоколад. 2 слоеных теста. Так, все, в Пятерочке, все, дальше. Зашли, у нас есть такой магазин, лаваш. Купили, значит, буханку черного хлеба. Значит, вот такую приправу. 2 сахарных пудры. Ой, чеснок. Паприка. Ой, упала. Ой. Паприка кусочками. Сахар ваниль. Ванильный сахар. Значит, вот такая вот паприка. Так, я думаю, что позаканчивалось еще все. Ну, решила заодно все для холодца. Для красной рыбы. Голень индейки на холодец. Дальше свекла. Много свеклы. И баранки. Это мы потом после 23 февраля туда. Много у нас выходных будет. Суббота, воскресенье пойдем к маме. Надо будет отнести ей гостинчик. Дальше зашли в красное и белое, взяли вино Инкерман. Да. 3 бутылочки. Ну просто у нас 2 дня, я объясняю. У нас 2 дня будут гости. Завтра придет первая половина семьи, послезавтра вторая половина семьи. Потому что старшая дочь завтра работает, у нее смена в ночь. Вот, и придут они 24-го с мужем. А завтра младшая дочь придет с мужем поздравлять папу. Ну и там еще, в общем, так вот у нас получилось, что 2 дня будут праздники. Ну, надо чем-то детей угощать. Папу придут поздравлять, поэтому так. Буду готовить. А, сливки же еще, да, в Пятерочке еще сливки я взяла. Тоже мне надо будет торт печь на выпечку, да. Такие вот 33-процентные. Ну все, сейчас буду кормить кошку, ставить все варить, что нужно варить, и буду заниматься тортом. Все, я поставила вариться картошка,
морковь, свекла. У меня тут специально такие кастрюли есть именно для таких овощей на праздники. А здесь я поставила холодец. Вот. Дальше что? Дальше. А дальше... Холодец так я отставила, потому что тут вот здесь вот сейчас вот нагреваться будет. Ну, как бы, чтобы мультиварка пускай лучше действует. Сейчас тут занимаюсь фаршем на манты. Хочу сразу сделать. Да, творожный сыр какой-то. В общем, накрошила фарш лук. Дальше. Паприка кусочками. Ти-ти-та-ри-та-там. Оператор мой стоит там в заднем плане. Значит, немножко приправы к фаршу. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Та-та-та-та-та-та-там. Опа. Чеснок сушеный. Ниже пусть не видно. Вот так? Да. Сухой чеснок, в общем. Та-та-ри-та-ри-та-та, та-та-ри-та-ри-та-ри, та-та-ри-та-ри-та-ри-та-та. И мелисуны. Оператор, подайте мне, пожалуйста, кружечку с водой. И налей в нее вот из банки, пожалуйста. Полную? Да, полную кружку налей, пожалуйста. Так, а это вода или АЦЦ? Вода. Сейчас добавим, да, фарш. И добавляем фарш водичку. Вот так. Теперь мы это дело все замусякиваем. Замусякиваем. А по-русски? Замусякиваем. Да. Хорошо, перемешиваем. Так, еще немножко можно добавить воды. Совсем чуть-чуть. Все будет. Так, ну и еще чуть-чуть можно водички добавить. Самым. Все, больше воды не надо. А то фарш будет жидким. И... будет сочный. Вот сочный, надо тоже знать меру. Во всем ваш бродь, надо знать меру. А бульоном развести не? Бульоном можно развести, но вот как бы вообще принято водой. Насчет бульона я что-то не задумывалась. Угу. Может быть, можно. Можно, можно. Соль, вода, мука, яйцо. Все, больше ничего. Как я в детстве... Прекрати жевать. У меня оператор сегодня просто храброй воды где-то хапнул. Я есть видимо... хочу. Если хочешь. Видимо, 23 февраля на работе отмечают. А твое чавканье в кадре, блин, офигеть, как интересно. А мы музыку наложим. Музыку. Вы слышите, да? Значит, как я любила в детстве вот так вот делать, когда мама замешивала тесто. И вот так вот пальчиком делать. А еще мы в детстве ели пельменное тесто сырое. Сереж, ты кушал, когда мама твоя делала, бабушка? Оно не вкусное. А мы тырили с двоюродным братом. У нас, когда собиралась большая семья, лепили пельмени или вареники лепили. И мы с братом умудрялись стащить по кусочку теста и съесть. Там совсем, ну, господи, ну, столечко. Мы таскали тесто, когда сдобу делали. А, сдоб нет. А нам почему-то, вот, не знаю, может быть, не хватало, может быть, что-то в организме. Вот именно пельменное тесто мне очень, ну, вот вареники, пельмени в смысле. Именно это тесто мне очень нравилось здесь. Не знаю почему. Почему так? Ну вот такая вот у нас красота получается.
Сейчас я в пакетик уберу холодильничек. Пусть оно там отдохнет немножко. Мы как раз с мужем поужинали. И потом я буду уже лепить манты. А овощи пусть варятся. Там и овощи потом подоспеют уже для салата. Все, убираем холодильничек. Пусть отдыхает. Ужинать мы будем с мужем. Вот такое у нас блюдо будет. Макароны и фарш с овощами. Так, все, перерыв, пока тут все кипит. Все пузырится, все дымит, парит. Мы покушаем. Ну вот, значит, мы с мужем поужинали, попили чай, подкрепились. И сейчас я покажу вам чуть-чуть, совсем чуть-чуть, как я их делаю. Эти интересные штуки. Я думаю, все же умею, да, это делать. Хопа. Хопа. Оп-оп-оп. Оп. 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 Все. Ой. Чего это он мне не лепится? Сережа, чего это мне не лепится? Почему я люблю на праздники готовить манты? Ну, во-первых, это блюдо финансово не затратное. Во-вторых, очень сытное, особенно если за столом у вас мужчины. Они оценят. Все, первые 15 штук готовы. Отправляем в морозилку. Пусть ждут своего часа. Называется «Я сделяль». И тут немножечко фаршика осталось, ничего страшного. Тут такой махонький-махонький. Все, приступаю к салату. Селедка под шубой. Здесь у меня специальная досточка для таких целей. Только ей пользуюсь, когда разделываю селедку банка. Так как тут, по-моему, аж 3 штуки в упаковочке. Сейчас разделаю, покрошу на селедку под шубой. Сюда сложу филешки, лук, уксус, масло растительное. И до завтра она такая будет у меня. Немножко как маринованная такая. Вкусный лук будет с уксусом. И подам к столу тоже. В общем, мои хорошие, открыла я селедку. Вонь такая. Сейчас буду окно открывать, проветрить. Написано, вот срок годности. Никогда в этом магазине такого не было, что бы я ни брала. Открыла и все. Вот сейчас вот эти 3 штуки пойдут на помойку. Да, а мы с мужем пойдем купим нормальную селедку. Сейчас уже в филе, в готовом. Мать. Собрались. Угу. Побежали за селедкой. Муж мой терпеливый, любимый. Все, побежали мы, ребята. Куда побежали? Подожди. А еще не побежали. Ты денежку не взял. Я думала, можно без денежки ходить. Почему нет? Пойду вот так вот в бубленке, как я говорю. Бубленка. Бубленка. Потому что холодно, мороз. А шубу одевать не хочу. Ой, кто-то мужчина какой-то ходит здесь. Какой-то мужчина ходит. Вот, завернула я. Кстати, завернула вот такую селедку. 48 пакетов. Сейчас сразу выкинем в мусоропровод. Второй раз за всю мою сознательную взрослую жизнь мне попадается тухлый продукт. Давай, не упадай. Давай. Ты меня будешь держать. Как сейчас у нас? Вместе как? Как? Ляжем, полежим. Ох, как скрипит. Угу. Ой, я обожаю этот скрип, когда мороз и скрипит снег. Я, кстати, хотела показать. Вот пар поднимается как вверх от мороза. Ветер не сильный, да, а мороз, мороз хороший, да. Такой. Ой, ну у нас вообще, конечно, это все ощущается очень сильно. Все. Ну, точно такая же, но я что-то ее уже. Это, конечно, другой магазин, Пятерочка. Что-то я уже не знаю. Ну, все равно доверия уже нет. Бери уже чищенную. Да, ты думаешь? Угу. Какого-то произведен
первого числа. Ой, сколько долго хранится уже. Да. Да, 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 она. Да, срок годности весь одинаковый. Да, и произведен 15.02.23. Срок годности. Ну, это нормальная селедка. Свеженькая, ну, да. Хорошо. Все. Ну. Две штуки. Да, все. Все, она лежит. Она лежит. Убирай. Хожу одета. Какие у меня щеки красные с мороза. Прикольно. Хожу одета. Ну, короче, мы сейчас с мужем зашли в квартиру и такие... Такая вонища от этой селедки. Хотя я просто вскрыла упаковку. Ничего не делала, просто вскрыла. И мы, короче, сейчас... Муж... Я здесь на кухне открыла. Муж сейчас в комнате откроет. Откроет входную дверь, чтобы это все протянуло. Представляете? Пипец. У меня нет претензий, сразу говорю, к магазину. У нас очень хороший магазин Dixie. Там никогда нет просрочки, ничего. На упаковке была нормальный срок годности. Видимо, сама селедка где-то была нарушена технология, и она протухла. Именно при когда ее делали. Больше, короче, я вот эту вот неразделанную брать не буду. Я вот один раз взяла и поняла, что... Я тут включила телевизор и по... миру идет «Неуловимые мстители. Приключения». Фильм моего детства. Обожаю. Такой классный. Так, ну что я сделала? Селедка. Да, тема селедки. Значит, разделаю первый слой, лук репчатый. Сюда, значит, порезала кусочками. Слой селедки, слой лука репчатого. Ну, так. Уксус, масло растительное. Все. И очень вкусная вещь. Нужна мужская сила. Вот сейчас смотрю, догадается муж ли? А, догадался. Блин. Сейчас. Шлакс. А! Страшно-то как. Сюся, что ты крутишься под ногами? Ты можешь сказать? И... Да, говорит. Новый год, да, сегодня? Да? Или ты чувствуешь, что рыба воняет? Она, короче, по-моему, офигела от этого запаха, который вонючий был рыбы. И теперь думаю, что-то куда-то рыбу надо. Еще питаешь? А, нет, она вот какую рыбку чувствует. Я здесь форель выложила для засолки и горбушу. Что ты, рыбы хочешь? Рыбы? Скажи. Да, скажи, неплохо бы было. Голодный ребенок, вечно, вечно голодный. Ты у нас голодная, да? Ты голодная девочка. Так, значит, у меня тут три салата. Селедка под шубой, в которую сейчас добавится яйцо, свекла и все. Здесь у меня оливье. Главное, не перепутай. Смотри, не перепутай, Кутузов. Оливье и винегрет. Вот. Сейчас винегрет тоже надо еще горошек открыть, будет положить. Все. Почему так удобно делать? Сразу в два салата. Раз-раз-раз, накрошил и все. Так, ну вот все, я справилась с салатами. Винегрет заправлю вот этим вот маслом. Оливье, селедка под шубой и крабовые. Ну, эти два салата я не буду сегодня заправлять. Просто закрою пленочкой и уберу все на балкон. А завтра перед подачей заправлю майонезом. Посмотрите, сколько время. 20 минут второго ночи. Так, я делаю бисквит на торт шоколадный. Отдаю. Теперь нам нужно 200 грамм муки. Муки. О, вот
почти, 204, неважно. В общем, 200 грамм муки. Так, чуть-чуть соли, прям вот, ну вот, совсем чуть-чуть, вот так. А сколько у нас тут ванилинчик? Ну, пакетик ванилина, господи, 5 грамм тут. Ой, нет, тут один грамм. Ну вот мой шедевр. Так. Вот такой вот у меня тортик. Все, мы с мужем падаем. Время просто очень страшно. 15 минут 4 утра. Ну, часов в 12 дня встанем нормально. Все. Продолжу уже после 12 дня. Сегодня 23 февраля. Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас 23 февраля. Я немножко поспала, все в порядке. Я отдохнула. Значит, вот разлила холодец. Это тарелка на праздничный стол. А это уже так будет. Сейчас покажу, как выглядит он. На каждый день у меня мяско и бульон. Весь израсходовала. Нет, ничего, там только на дне остаточки такие, которые я обычно, ну, уже выливаю. Все. Кошка, которая сходит с ума возле мусорки, потому что чувствует мясо, хотя я ее сейчас накормила. Да, да, это после холодца. Сейчас все помою. И продолжу. На подходе штрудель. Значит, яблоки, грецкие орехи, изюм. Заворачиваем. Кладем на противень 180 градусов до готовности. Ничего. А, сверху еще можно смазать перед тем, как в духовку, яйцом взбитым. После того, как приготовится, сливочным маслом. Все. Все. Красавчики в духовке. И я сейчас занялась баклажанами. Сейчас их обжарю и потом сделаю из них рулетики. Половину рулетиков сделаю творожный сыр с чесночком, зеленью, а половину сделаю просто творожный сыр с зеленью, потому что мужу чесночок как бы много не надо ему кушать. Все, продолжаю. Ну что, я привела себя в порядок. Вот такое вот у меня домашнее платье. Буду в нем встречать гостей. Вот. Это я в Казахстан ездила летом и купила себе такие. Такое приятное, очень приятный материал. И такое оно. Вот. У нас идет фильм «Офицеры». Я делаю? Что я делаю? Я делаю вкусную закусочку. Так вот, хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп. Это жареные баклажаны. Да, и творожный сыр с зеленью. Еще можно с чесноком. Угу. Вот, сейчас будет такая вкуснотища. Ну вот, я сейчас немножко сделаю так, а чуть-чуть сделаю с чесночком. Супер закуска. Все, вот наш праздничный стол. Будем кушаться. Вот копить, земля валяться. Ну, понеслась. Что там получилось? Будем на посмотреть. Как-то ты странно не режешь. Сейчас оценим. Спокуха. Уже страшно вот это. Сейчас оценим. Это очень долго делаешь, Сергей Викторович. Я вдумчиво делаю. Чё-нибудь уже покажи, чё-нибудь. Ребенок, давай тарелочку. Тебе пола... Подавай, клади уже, ребенку клади. Ух ты. Опа. Положил. Ух. Можно сказать, что эстетично положил папа. Тебе точно хватит? На двоих. Ну, вкусненько. Нет, ты сказала, нет, как нет, положишь. Нет, не на двоих. Сереж. Нет, на двоих ей. А, давай. Да. Да.
Я сразу на бок валю. Угу. Ага. Да я вот так вот сниму боковушечку. Свое произведение. Наступило 24 февраля. Сегодня придет вторая часть нашей семьи вечером поздравлять папу. И вот на фоне моего красивого гиацинта я хочу поздравить всех военнослужащих, тот, кто связал свою жизнь с военной профессией, офицеров, их жен, с праздником сил, терпения, всего самого наилучшего. Особенно хочу поздравить жен офицеров. Здоровья вам, девочки, женщины, милые мои, мудрости, чтобы вы были надежным тылом для своих мужей. Всего вам самого наилучшего.